памяти ленинградцев блокадникам в Новосибирске. Здесь на площади Пименова установлена стела трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах. Стела создана по ассоциации с Александрийским столпом на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Установлена по инициативе общественной организации «Блокадник». В Новосибирск за первые годы войны прибыло более 128 тысяч ленинградцев. Были эвакуированы целые предприятия с оборудованием, станками, техникой. Новосибирск дал приют нескольким десяткам детских домов и ремесленных училищ Ленинграда, творческим и научным коллективам. Многие ленинградцы обрели здесь вторую родину. В послевоенные годы они внесли огромный вклад в развитие Новосибирска как промышленного, научного и культурного центра Сибири. На 27 января 2023 года, 81-я годовщина начала блокады Ленинграда, в Новосибирске проживало 184 блокадника. Блокадным дням вовеки не забыться. Хоть Ленинград до боли нам родной, Сибири все должны мы поклониться. Она нам стала родиной второй.